Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Клавдия Корнева. И сегодня мы приготовим оладушки, опять из кабачков. Здесь у меня средний кабачок молодой. Я его вместе с кожуркой натерла на крупной терке. Но необычные будут сегодня оладушки. У нас мясо говядина мелко порезанное, отварная. Помидоры, две таких больших помидорки, да? Три зубчика чеснока, два яйца, две ложки манки и две ложки муки. Сейчас мы просто все соединим. Помидоры мелко нарезанные. Чеснок мелко нарезанный. Мясо мелко нарезанное. Манка. Две ложки. Мука две ложки. Так, яйца. Яйца две штуки. Посолим. Примерно чайная ложечка соли. Может, чуть-чуть больше. Перчику добавим. И хорошо размешаем, вымешаем. И вот я уже хорошо вымешала. Видите, какой у нас фаршик получился. Сковорода у меня уже стоит, нагревается. Сейчас будем обжаривать оладушки. И когда масло уже у нас на сковороде разогрелось, мы ложечкой вот так укладываем и придавливаем немножечко наши оладушки. Вот так. Если рассыпаются, немножечко как бы собирайте их. Обжариваем на умеренном огне. Когда на одной стороне обжарится, просто переворачиваем аккуратно. И когда оладушки обжарились на другой стороне, видите, мы просто их снимаем. И вот наши оладушки кабачковые с мясом из говядины, с помидорами уже на тарелочке. Приятного аппетита и удачи вам! Они острые, с перчиком, так подаем их с майонезом. Приятного аппетита и удачи вам!